как красиво. Ой, все поля колхозные, все поля мои. Едем, едем мы, друзья. Если еще выскочит какой-нибудь дерьмо. А кто же это так тут проехал, блин, прямо? Скорее всего, трактор. Трактор, потому что машины бить не будут об эти стены. Ну, кто его знает, какая, смотри, какая машина. Ладно, пойдем. Какие взяли? Тут очень плотно. Толстые питания. Пусть коробки пошли. Проедем. Надо их это самое взять, сварить, а она делала на три части. Их резала, варила просто в воде. Потом оборачивала их беконом, жарила, поджарила. И на шпажку и подавала. И все там облизывались этой кукурузой, не знаю как. Еще бы, жареный бекон. Да еще и кукурузка сладкая. Интересно, проедем тут, а? Ну кто-то ж ехал и мы должны проехать, да? Куда мы выйдем, выйдем? Там как выйдем, там выйдем дальше. Уже можно сказать, выйдем. Не будет, только когда кто-то ехал и не проехал. Вот, ну это уже пришли. Высоководная какая-то. Поехали. Нормально, мы же там проедем.